ролик будет записан стоя. Я очень меня красиво накрасилась, мне, по крайней мере, очень нравится, и я не хочу, чтобы какой-то свет портил мое лицо. Дорогие мои, напоминаю, что провожу парфюмерные консультации, текстовой, аудио, видеоформаты, пожалуйста, обращайтесь. Значит, сегодня очередной, в принципе, выпуск для мужчин, потому что грядет самый сложный день в году для них, это 8 марта. Этот ролик создан для того, чтобы облегчить вам жизнь, чтобы, может быть, благодаря этому ролику вы все-таки поняли психологию женщин, и, возможно, невозможно, но точно, этот ролик облегчит вам в дальнейшем муки выбора подарков, которые вы считаете, что какие-то непонятные, короче, у вас вечно какая-то головоломка в башке, и вы не знаете, что делать, да? Так, ну, мы не будем разговаривать про мужчин, которые 8 марта не считают за праздник, да? То есть, ну, это странно, мужчины такие, их, ну, лучше стороной обходить, да? Ну, в принципе, я знала, вот, кстати, мне с ним снялась моя одноклассница, это прикол, у которой папа считал, что 8 марта не праздник, и он и принципиально ее маме не дарил цветы, просто принципиально, да? Ну, мы не будем сейчас поднимать эту тему, да, потому что я считаю, что это лишний повод сделать приятно, да. Здесь вам не нужно объяснять, почему не нужно дарить сковородку, да? Почему не надо дарить кастрюлю, потому что женщина, как бы, ну, даже если она очень любит готовить, понимаете, она ждет в этот день чего-то такого особенного, просто девушку, конечно, жалко. Ну, я понимаю, да, но мы все-таки другие, да, вам там гаджеты классно, ну, какие-то, не знаю, очередная камера новомодная, дроны, не дроны, да, девчонкам нужны вот эти баночки, они фанатеют, да, поэтому я надеюсь, что здесь у меня те, кто собирается брать кастрюли, просто выкиньте эти дебилистические мысли из головы, потому что женщинам на 8 марта ждут классных подарков. Ну, если вы можете подойти гелик, то вообще классно, если бриллианты, ну, это вообще не обсуждается, да, то есть новая машина, бриллианты, это всегда будет, расценится классно, да, то есть это, я думаю, вам не надо объяснять. Если вот вы не знаете вообще, что дарить, да, раскрываю секрет, девчонки любят все, что для красоты, это для красоты волос, для красоты тела, парфюм, поэтому сегодня у вас будет такая подборка, которая поможет вам немножко сориентироваться в этом слепом для вас некоторых мире, да. Я с ним смешала Ксерджов, Крус Дель Сур и Джарабам Инсула. Сумасшедшая ваниль на амбровой подложке вместе с лактоной, манго и папайей. И все это надо приплетать и просто делать взрыв. Взрыв, зайти невозможно в ванну. Так сладко. Воздух сладчайший. Просто как мед. Все ароматы, кроме одного, который сегодня здесь упомянул, вы можете приобрести на сайте интернет-магазина «Косметики парфюмерии» ranju.ru, используя мой специальный промокод, который прикреплю в описании данного видео. Он дает дополнительную скидку 10% при покупке от 2500 рублей. Из бюджетных ароматов это бренд «Синоним» 2001. У меня сегодня все раздражает. С пионом, с личи, все такое очень воздушное, легкое, полупрозрачное. То есть это вот ароматы в районе там 3000 стоят, да, может быть, ну, чуть-чуть побольше, да, продаются они на маркетплейсах, Ламода, Велбрис, Озон, пожалуйста, да, вы еще успеете заказать. Заказал, пошел, вам все привезли, даже никуда ехать не надо. И он ценит. Стойкость супер, шлейф супер, очень воздушный аромат, красивый, весенний, да, все-таки март пришел, это вот кто меня любит, такие цветочные направленности. Я вот сегодня мужчина, вот этот список, в принципе, составила из цветочных духов, очень тонких, политкорректных, которые, ну, не будут вызывать у меня ощущение, что вы какой-то колхозник или, господи, как он мог мне вообще такое купить. Вот. Вот, пожалуйста, Квентин 01 от бренда Синоним, да. Я решила, что там будет лучше, чтобы я собрала волосы и чтобы мои мозги не были в жопе. Потому что когда я думаю о том, что у меня мокнут волосы, сейчас мне это все расплетется, я, ну как бы я, ну короче, я не я, понимаете. Также сейчас будет речь про духи, да, мы уже как бы начали. Мужчины, значит, вот эти всякие там кремчики для писечки, гасички, тоже вот это не надо говорить, понимаете, не надо. Всякие гели для душа. Ну, можно. Вот гель для душа и какой-нибудь классный шампунь можно приобрести тоже. Да, но только не только гель для душа. Лучше шампунь и кондиционер. Гель для душа не надо, понимаете? Я думаю, я пытаюсь вспомнить. Кстати, девчонки, напишите мне в комментариях, какие самые кринжовые подарки вы получаете от мужиков на 8 марта. Я пытаюсь вспомнить, что мне вообще девчонки рассказывают. Не помню. В школьные годы кто-то кому-то там шавуху подарил и сказал, оплати еще за меня.
Девчонки все, конечно, разные, да, но, в общем-то, если, там, не знаю, вы хотите как-то порадовать, то, конечно, это весна, это цветы, это что-то приятное. Кстати, цветы тоже не обесцениваете, да, я вот уже говорила, что если мужчина 8 марта не подарил вам даже цветы, у вас нет мужчины. И потом не удивляйтесь. Мужики, кстати, не понимают, почему нам важны цветы. Просто приятно, понимаете, боже, блядь, какая-то феминистическая, вонючая тема, которая меня раздражает, все, я это больше не буду понимать, все, до свидания, да. Понимаете, все, я не хочу даже об этом говорить. Цветы must have. До свидания. Все. Значит, сегодня вот такая я, психованная, туда-сюда у меня. Моделяет. Нормально, ничего страшного. Короче, приходим к ароматам, да, которые вы можете заказать на сайте Рандеву. Пентин 01 от марки Синоним. Вы можете приобрести. Вот, кстати, Синоним на маркетплейсах. Закончу свою мысль, да? Вот, кстати, Синоним. Молодцы ребята, говорят, мы русские. Они вот не читают. О, производство Швейцария. Нет, мы русские, мы делаем такие ароматы. Молодцы, не стесняются, да. Это в тему моего предыдущего ролика. Будьте потом благодарить, да. Вот эти ароматы, про которые буду сейчас говорить, это вы можете приобрести, и она никогда в жизни не подумает, что вы в этом не шарите. Да? Ты же говорил, что шаришь в этой теме. Вот этого не будет. Она будет думать, вау, какой у меня Вася, какой у меня Петя. Он так классно разбирается в духах. Она вот именно так подумает. Все, что я вам подобрала, это очень акварельно, это очень политкорректно, это очень прозрачно, это то, что не будет раздражать, то, что не будет вызывать у нее рвотный рефлекс. Это же ужасно, понимаете, вы дарите духи, и у человека начинает подступать, он начинает подблевывать. Это ужасно, потому что у нее будет парфюмерный этот триггер. Она будет видеть духи, и ее будет тошнить. И тошнить по факту будет от вас, потому что вы же их подарили. Это ужас, это кошмар. Потому что духи, да, это очень опасная тема в плане того, что дарить. Но я вам подобрала то, что не опасно. В принципе, безопасно, и то, что вам точно оценили. Значит, начнем с Genium Ballerina. Это очень тонкий, очень цветочный, очень розовый, очень нежный аромат, который как раз-таки идет в ногу со временем, да. Пейнтер мы не будем рассматривать, да, ну, тоже, как бы, если вы подарите, он, в принципе, нравится всем, потому что это аромат дорогих отелей в Монако, таких чистых простыней, чистых каких-то коридоров, где все такое антикварное, начищенное, как яйца котика. Вот это про это, понимаете? Балерина – это что-то такое, знаете, это такие томные покои шелковых простыней, где лежит она, ее золотые кудри на спине. И вот это про нее. Вся такая ниспадающая нимфа. Все очень стильно, акварельно, полупрозрачно, как мы сейчас любим. Да? 2024 год диктует свои правила. Черная смородина, болгарская роза, ирис амбра. Он и в меру пудровый, и в меру сочный, и немножечко он скругляется здесь розой. Но марка очень политкорректна, но при этом стойкая. Классное оформление. Вот вы откроете эту коробку, это все какая-то вот фотография черно-белая. Да? Все как будто бы соприкасалась с таким искусством, да, то есть не просто такое, нация, Шанель, все это видели, это будет что-то необычное, особенно если она далека от темы парфюмерии. Аромат очень красивый, здесь очень носибельная черная смородина, она здесь не кричащая, но при этом очень-очень сочная. Далее аромат, который я очень рекомендую приобрести на весну и, собственно, презентовать как подарок на 8 марта, который подойдет под кожаную куртку и под замшевую, это моему киду. Я почему-то была очень равнодушна к этому аромату до недавнего времени, да, это свежие цитрусы, это нежные цветы, это зелень, это райский сад и очень политкорректная модная горчинка, потому что здесь есть нота чая маты, кто у меня пробовал, да, это набор горьких трав, которые пьют через трубочку. Фрези, кунжут, белый мускус, мох, маты, пион, роза, и старт у нас это цитрусы, то есть это будет свеже, это будет цветочно, и здесь безумно красивая нота кунжута, и я бы сказала, что даже больше кунжутного молока, потому что кунжут с фрезией очень красиво как-то переплетаются и образуют вот это вот кунжутное молочко, которое положили немножко горечь, но кунжут на самом деле, если в большом количестве, тоже немножко подгарчивает, поэтому никаких сомнений, то что он подойдет, этот аромат девушки, не должно у вас быть. Доверьтесь просто мне. Я не могла обойти, конечно, все равно люкс, это Виктор Рольф Flower Bomb.
Есть спать бум, то я решила взять флауэр бум, потому что нота чая, нота бергамота, нота османтуса, да, персиковый подтон. Там сумасшедшее количество цветов, и фрезия, и жасмин, и роза, и орхидея, и потом очень красивая пачулево-мускусно-ванильная база. Вот, идеально. То есть Виктор Рольф вообще, в принципе, неплохо очень справляются со своей задачей делать ароматы. Они какие-то у него более-менее выдержанные и качественно скроенные. Потому что вот люкс, вы знаете мое отношение, да, но флауэр бум я не могу не упомянуть. Потому что, может, вам не захочется где-то лазить, туда искать селектив. Возможно, вам просто захочется просто взять люкс, вот то, что стоит на полках везде, и вообще везде можно достать, да, и не париться. Вот это сюда. Это универсальный, такой женственный, очень воздушный, весенний аромат. Пудровость и сладость, то есть вот эта пудровость, она вообще, мужчинам очень нравится, но пудровость, она создает все-таки такую мягкую, как будто бы подушку безопасности, то есть подойти к ней можно, да, но девчонки, конечно, разные, есть совсем, если у вас девчонки неформальные, то эти ароматы, конечно, вряд ли до них подойдут, но все равно, даже у самых неформалок бывают такие дни, когда хочется надеть какое-то нежное, красивое платье, в кружево, там, не знаю, в шитье, вот это будет прекрасно. Просто как посерьезная история, то есть у вас побольше денежек, денег, но это раджа, эликсир, пурфан, да, очень люблю раджу за то, что он стартует вроде как только бергамотиком, а потом сумасшедшее раскрытие и очень богатая база. Вот у него есть свой штрих, то есть он типа стартует такой моно, а потом это моно превращается в что-то сумасшедшее. Малина, гелиотроп, кашмиран, фиалка, персик, герань, то есть все вот такое вот цветочное, при этом такая классическая довольно-таки середина, потому что и ландыш добавлен, и фиалка есть, да, и жасмин положили, и розу. Очень интересно, такая база и с корицей, и тоже с листом фиалки, и с сандалом, и с мускусом, и с корнем ириса. То есть здесь все такое прям по классике. Очень яркий, женственный, пудровый аромат, шлейфовый, довольно-таки плотный. Это уже для таких дам, ну, может быть, под 30, то есть не совсем молоденькая девчонка должна быть, да? Но очень красиво звучит на блондинках, даже можно накрашенных с голубыми глазами. Шикарно садится, как будто бы просто для них. Классный аромат, малина здесь на сибирь, на меня он, конечно, не сел, но опять же, я его, допустим, не могу забыть. То есть, я понимаю, если бы он у меня стоял на полке, я бы его надевала периодически, потому что, когда я вижу раджа, эликсир, пурфан, мне хочется автоматически это на себя надеть, потому что, ну, это дорого, это богато, понимаете, что это за аромат? Раджа, все, понятно, вопросов нет, до свидания. Все, понимаете, вот это раджа. Люблю, очень уважаю его и его творение, все-таки, ну, сложные работы. Идеально скроенные. Это вы знаете, когда тебе просто шьют платье по каким-то меркам. Нет, просто шьют по каким-то лекалам. А тут каждая мерка, каждая нитка. Вот это раджа, это его аромат. Каждая ниточка, каждый шов именно по твоим личным меркам. Дальше, конечно, к ванильно-пудрово-цветочной истории. Это Elan Parfum Essential Orchid, да, гелиотроп, орхидея Ланг Ланг. Пион жасмин, все очень женственно, но база такая сенсуальная, очень чувственная. Мускус, бензоин, кедр, ваниль, да, то есть лобдауном немножечко даже подогревается. Очень шлейфовый, очень носибельный, вообще универсально, куда угодно. И очень сексуальный аромат. Это вот на тему того, что это такая ваниль, но она носибельная, она не удушающая, она, ну, в принципе, для всех, понимаете? Поэтому здесь тоже можно спокойно брать без теста, прийти в магазин. Мне вот это, мои киски, мои девчонки, вот этот аромат. Детки вот радуются. Даже если у нее 100 флаконов, 101, она будет капец как рада. Знаете, вот видели прикол, значит, в интернете. Он присылает ей фотку императрицы, типа, «Зай, ты у меня забыла». Она такая, «Зай». И показывает футболку, а у нее там только селектив. Ну, типа, там какая-то шаблонка к нему пришла, любовница. Он, типа, подумал, что это забыла его девчонка. А оказалось, что нет. Вот так только тоже так не делайте, да. Если у вас даже девчонки забыли духи, не надо это присылать. Не надо. Она сама спросит. Если ей важны духи, она сама спросит, «Слушай, Васек, забыла у тебя духи, кажись, про это, да, не палитесь, если что». Ну, вообще старайтесь, конечно, не быть двуличными гондонами, ну, честно. Кому-то это надо. Вот эти самотык-руки, вот эти постоянные тык-руки. Что? Успокойтесь, понимаете? Будьте тогда честны. Слушай, я сплю с тобой еще с Ленкой, Машкой, Зойкой. Ты должна знать. Это будет честно, понимаете? А то вот это вот безответственность, страшная вещь, понимаете? Мужчины, что вы делаете? У вас так никогда денег не будет. Хотя есть такие бледуны, наверное, с деньгами, да? Напишите мне, да? Но мне кажется, у них потом это, член это...
в 40 лет падает, и все, и ничего потом делать не может. Хотя есть, наверное, такие тоже и бледуны, которые ходят и до 60, но они честны. Он говорит, я бледун, я не буду семейным, я буду этот, пока у меня член стоит, все, что движется, я буду это останавливать. Силы вот этого проникновения, да, такие тоже есть, но они честны, понимаете. А когда вот это, я такой семейный, блин, гоу. Не надо. Не надо. Про одного мужика, он думал, что он такой этот стратег классный. Жене изменял, короче, лет 10. Он такой, наскучила ему, такой бизнесмен был, ну, то история моих вот, ну, знакомых, да, я же собираюсь, про них слушаю, все, потом вам рассказываю. И, короче, он это вот 10 лет гулял, думаю, да, Светка не знает. Типа, ну, лохушка, что она там, это, борщи варит, я ей шубу покупаю каждые полгода, новую машину обновляю раз в 3 года, да, то есть, ну, вообще, ходят, чилят на резорте, в Дубай ее отправляю. Ну вот, сумки ей дорогие дарят. Ну что еще надо, да? Сам могу этот, силой своего стояка останавливать то, что движется, правильно? Вот, и потом, значит, проходит 10 лет, и как-то... А он всегда, у него были такие моменты, когда он прям палился жестко. Он уже такой мужчина в возрасте был, ему где-то 45 лет было, он такой, ну, спалился, он понимал, бляха. Все, сейчас приду, Светка точно меня спалит. Ну, там, не знаю, не так, конечно, что у него там... Ну, не знаю, трусы грязные были, потому что, ну, только-только, я не знаю. Ну, как-то, короче, он спалился. И он говорит, я прихожу, и я понимаю, что она это видит, но ей как будто бы, знаешь, было все равно. То есть женщины обычно, когда замечают, им не все равно, да, но они делают вид, что все окей, лишь бы, ну, как бы не терять то, что есть. А этот говорит, я понял, что она заметила, и я понял, что ей насрать. И вот в этот момент, говорит, мне что-то перестало хотеться идти тыкать. И я начал за ней следить, потому что я, ну, как бы не мог понять, как такое может быть. Но это все равно мужчина где-то подсознательно думает, что даже если она узнает, то, ну, как-то будет хотя бы переживать все равно, да, вот это вот эго потешить свое. И он начал как-то за ней подслеживать, следить, куда она там ходит, она все такая... Да-да, я нормально. Так, у нее всегда все было хорошо, и это было такое ненапускное. То есть и все, как бы, конечно, диву давались, типа, блин, муж изменяет, ты знаешь, такая бегаешь. Знаете, такая вроде как она была очень искренняя, но оказалось, что очень многие ее не знали. Короче, начал он за ней так подслеживать, и тут он узнаешь, у нее есть любовник. Боже, такой красивый был. Он говорит, я пришел. Не шмурашки. Я, говорит, сел в кафе, я смотрю, как? А она такая уже, ну, взрослая, 45 ей было, а он сидит просто Аполлон 30-летний. Причем, говорит, такой. Обычно как они, говорит, находят тренеров, ну, просто с большим членом, с большими бицепсами, да, а муж просто как мешок денег, грубо говоря. А тут, говорит, сидит на ролях, такой, я капучино, латте с кунжутом пьют, значит, с ней, говорит, я сижу, просто репу чешу в ахере. Говорит, так я еще понимаю, что я какой-то отсталый. Я, говорит, со своими-то ходил, типа, это чайханы какие-то, армянские эти рестораны, а тут, блядь, сижу. То есть, какое-то новомодное кофемания, как ты, значит, сказал, смешно. Кофемания, короче, на кунжутном молоке с кунжутом, говорит, я вообще сижу, проходит полную. Что моя Наташка такая, и проблядашка. То есть он был просто в таком шоке, там скандал был, там был просто скандал, и это к тому, что вот иногда так мужики делают, а женщины такие узнают, о, мне тоже можно, понеслась. Просто в шоке. Я думаю, где она его подцепила? Это он точно не из зала. Значит, он такой тачки классный был. Ну, ей 45, ему где-то 32 было. То есть видно было, что молодой такой жеребец. Он говорит, я такой был, говорит, слепой последние там 2 года где-то. Я, ну, видел, как она цветет, а я-то думал, ну, просто потому что ей бабки башли. Но я, говорит, потом понял, что я вообще не уделял никакого времени, никакие там сам подарки ей не покупал, все там помощникам заказывал, типа, поедь ей, купи духи, то, пятое. Ну, то есть свое время вообще для нее не тратил, даже когда она этого не видела. Какой глупец я был, да? Ну, и потом его, конечно, это... Тяжело, она это переживала, очень тяжело. И она уже мне сказала, слушай, ты знаешь, говорит, ты знаешь. Тебя, конечно, жалко. Но, ты знаешь, после члена моего романа, я, говорит, ничего не могу с собой поделать. Я не могу уже, как бы, понимаешь, ну, мне нужно время уже подумать. Она вообще не боялась его терять. И в итоге сохранили они семью. Как-то вот он поменялся вообще. То есть абсолютно поменялся.
Да, ты к тому, что ты это... Как же есть... Ой, какая грубая была пословица. На любого хитрого вытраханного найдется еще более хитро вытраханный. Вот типа того. Короче, значит, не могу не посоветовать аромат Atar Collection Ореш. Это... Боже. Это божественный аромат, это очень пудровый аромат. Если она еще у вас брюнетка с бледной кожей, с карими глазами, как же на нее красиво все. Белые цветы, роза, потом все это красиво запудривается, потому что нота талька с ванилью, лист фиалки, бензоин, молодая смола, да, то есть просто такая бальзамичность, тягучесть немножечко появляется. И потом падает в пудрочку с мускусом и амброй. Безупречный аромат с сумасшедшей стойкостью, который пользуется сумасшедшими комплиментами, и его часто подмечают. Мужчины, конечно, аккуратнее, потому что такое подарить, возможно, кто-то ее увидит, кого-то Наташку, да? Но угодите точно. То есть, если брюнетку, вот, ну, прям классно будет. Конечно, завершу я этот список длинный парфюм Де Марлей, потому что для меня это воплощение женственности. Воплощение женственности с характером, потому что мускат на орех, ревень на старте, да, личи, бергамот, потом это пион, турецкая роза, петалия, да, это смесь пиона, розы, ваниль, и ладан, кашмиран, кедр и тигр. Очень красиво звучит, такую прохладную весеннюю, осеннюю погоду, зимой вообще просто роскошество, да, потому что там такие цветы на справленной, пряной, острой, как подложки. Очень красиво носится, безупречный аромат, его просто обожаю. У меня это воплощение женственности, воплощение. Поэтому вот это вообще, я кому мужикам советовала слепо ударить женщинам аромат Дрина, все были в восторге. Что это я? Все, мои дорогие, пишите в комментариях, что хотели бы получить на 8 марта. Самые нелепые подарки, которые вам дарили, самые классные подарки. Мужчины, пишите, что хотели бы подарить своим женщинам, что из духов дарили, попадали в точку, либо не попадали. Ну, это когда все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои гениальные видео. Все ссылки на соцсети, специальный промокод на рандеву. Оставлю в описании данному ролику бренд-синоним, приобретаем на Marketplace. Всем пока. С наступающим праздником всех.